осталось установить магнит, бобину и поршневую. Все. Значит, что хочу сказать. Подделал я эту штучку. Теперь она представляет собой тупой угол. Так вот, подварил тут немного. Высверлил старую сварку точечную и подварил. Теперь передачи точно будут включаться без всяких вопросов. Особенно первая. Будет включаться до конца, не будет никаких затыканий, ничего. Так, установили. Значит, следующий этап. Ставим магнит. Магнит. Все, значит, что у нас тут по магниту? Вклеена шпонка. Вот она. Вклеена на поксипол. Ну, допустим, для образца вот поксипол. Ну, это не поксипол, это какой-то двухкомпонентный состав. Вот. То есть его деформировалось, вот он треснул чуть-чуть. Но это, в принципе, довольно большое усилие. Да, но здесь в маленьком промежутке такого усилия не будет. Магнит. Магнит хороший, тут конус превосходный. Вот место под шпонку не разбито. Думаю, будет ездить хорошо и долго. Значит, как проверить, или неплохой магнит? Когда вы его садите от руки на конус, вот он сел на шпонку, никаких люфтов быть не должно. Не надо думать, что если вы его посадили, болтается, зажмется болтом. Нет, не зажмется. При посадке от руки уже не должно быть никаких люфтов. Болтик. Свеженький, из токарочки. Прям. На той неделе уточили. Ну и все. Зажимаем это дело. Тоже сюда я ложу шайбочку и гровер. Тут особого фанатизма тоже не нужно. Опираться там коленом, чем-то еще. Все. Значит, зажигание. Жгута проводки пока еще я не прицепил.